5 часов вечера открывается кабинет травматолога в городской больнице. Входит человек с вилкой, воткнутой в лоб. И говорит: доктор, окажите мне, пожалуйста, медицинскую помощь, показывая на свою рану. Доктор смотрит на часы, смотрит на больного, вытыкает у него вилку из головы и втыкает в глаз, произнеся при этом следующее: вам надо пройти к окулисту, он все равно до 6 работает.